Чернослив явно нервничает из-за непрошенных гостей в вольере. В апреле он стал счастливым отцом 11 детей. В многодетной семье песцов принято, что самец принимает активное участие в воспитании щенят, охраняет территорию, ищет еду. Красавцы с дымчато-бурым и коричневым окрасом пока не могут за себя постоять, доверяют теплым рукам человека и неуклюже ползают. Мы переселили их в более просторный вольер, где дети могут позабавиться, поразмяться. Именно здесь они могут прогуляться, разбежаться и за мамой побегать, папу, маму подоставать тоже. Как-то любят маленькие дети. За шнурок меня тащит. Этой весной большую семью зоопарка также пополнила капибара. Этот зверек, говорят зоологи, похож на флегматичного, любопытного паренька. Он лишен ярких черт во внешности, зато очаровывает всех посетителей. А для тех, кто хочет увидеть месячных песцов своими глазами, надо поторопиться, пока малышей не раздали по обмену в другие города. Зоологи говорят, что песцы уже окрепли и готовы выйти в свет. Это значит, что совсем скоро Изабелла и Чернослив отпустят своих детей в ближайшие зоопарки. Ирина Корчагина, Павел Лаурнин. Наши новости.